Кино у нас сегодня такое будет. «Капернаум» называется. Итак, представьте себе диспозицию. Каннский кинофестиваль, фильм из Ливана, идет 2,5 часа. На всех фестивальных афишах два младенца, ну, один совсем младенец, другой лет 12 младенец. И вот сейчас нам будут показывать что-то тягомотное, драматическое, про то, как вообще страшно на свете жить. И не поверите, ровно так и получилось. Минута в минуту. Зейн, молоко будет здесь, понял? Покорми его в 11. А потом в 2. Так? А в 3 я приду. Прям все, что надо, в этом фильме собралось. Во-первых, женщина-режиссер Надин Лабаки. Во-вторых, ее предыдущая актерская, модельная, клипмейкерская, ну и фильммейкерская, в том числе, прошлое. Ее, значит, идея предъявить нам через этот фильм такой вот манифест про то, как мы, взрослые, вообще дошли до жизни такой, совсем забыли мы о наших детях. В общем, все здесь сошлось. Каннские овации, приз жюри, номинация на Оскар в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Все замечательно у людей. Все вообще изумительно. Я ее со вчерашнего утра не видел. Подумал, что она заболела. Она ушла на рынок а-ля хаты и не вернулась. Короче, на самом деле в фильме есть великолепные артисты. Они не профессионалы, благо им там лет по 10-12. Ну, даже их родители тоже вполне себе аутентично выглядят. Все здесь замечательно, все красиво. Снимай тут хоть социальную рекламу, хоть коммерческую рекламу, все будет здорово. Для какой-нибудь там Мии будет вообще отличные декорации для клипа. Но что, блин, со сценарием? Что, блин, с совестью у людей? То есть берешь ты принцип, берешь ты вот эту идею, что взрослые виноваты в жизни детей. Окей, да мы согласны, хорошо. Ну, кино-то нам расскажи. Но сделай ты нам характер, выстрой ты сюжет, сделай так, чтобы Дардены вздрогнули там у себя где-нибудь в Бельгии. Да нет же, достаточно, оказывается, сегодня, как и всегда, взять маленького мальчика, взлохматить его, немножечко начумазить, поставить несколько таких вот прям красивых планов и сказать, значит, я на вас, родители мои, подаю в суд за то, что вы родили меня на свет. И все, можно больше ничего не делать. Прям на 5-й минуте фильма суд, судебное разбирательство, мальчик, родители, все дрожат, все там немножко уже давится слезами в предчувствии финальных титров и той самой 15-минутной овации. Мне больно. Я надеюсь, что это девочка. Мы назовем ее Сахар. Твои слова ранят меня в самое сердце. Бог даст, когда ты выйдешь, она уже будет ходить и играть. Больше не ходи сюда. У тебя нет сердца. Вот что делает такое кино с нами неблагодушными, ужасными, циничными критиками? Вот она нас превращает в зверей. Ливан – отличная страна. И детей, конечно же, надо беречь. И вот не надо так плохо с ними поступать. А фильмы такие снимать, по-вашему, можно?